кого-то, я не знаю, как. Петис. Петис, петис. Раз, два, три. InexBet, париматч. Вот смотрите, чем это все заканчивается. Пока Вальдемар пошел ЗОЖ, Игорь тоже будет со мной ЗОЖ. Ладно, я шучу. Мы приехали полазить по искусственным скалам. Я не знаю, как правильно это называется. Климбинг, что-то там траливали. Вот, сейчас вы увидите, как это все выглядит. Очень классная, на самом деле, вещь для укрепления рук и всего вообще, в принципе, всех мышц тела, корпуса, ноги и так далее. Концентрация. Бомба, сейчас гляньте. Погнали. The person, the climber clips in right here. The other person is belaying. You're all good. Sit, руками за веревку, да. And sit back. But he's holding me. You gonna hold me? Okay, okay. Да, 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 да. О. Can you, can you put your left leg around the rope? So, around the rope? Like around the other way. Давай не в ее. Yeah, I think, this I think you Lisa, come here. Короче, вот и полез первый Вальдемар. Оказалось, это не так просто со стороны, как кажется. Короче, сейчас он, поменялись мы ролями. Я полезу, он меня будет страховать. На самом деле, это занятие подходит для любого человека. То есть сюда приходили ребята уже и с большими габаритами, то есть плотные люди, дети приходят, ну, то есть девушки, мужчины, неважно кто, и здесь занимаются. Дневной абонемент, дневной стоит здесь $14 для взрослых, для детей $10. Обувь стоит отдельно, она не включена в стоимость $5, и вот эти пояса, они стоят $5. Все вместе, то есть получается обувь и пояс стоит $8. Ну такая вот игра, как бы на $2 вы экономите. Месячный индивидуальный membership, то есть месячный абонемент стоит $40 для взрослого. Нужно немножко отдохнуть, вот, представить, что ты в горах, и попробовать не упасть. Я сейчас попробую, я не знаю, как это работает, лезть под углом. Честно, руки уже болят, а я не представляю, что это такое, когда ты на высоте, и там нельзя, типа, себе запретить ну да ладно, на секунду расслабиться, да. Такой, ну да ладно, короче, посмотри, вот так вот как-то, о май гад. Давай, я попробую. Вылезти под, из-под угла. Да? Жмур. Не, еще не жмур. Жопа. Как тяжело. Вау. Ребят, здесь доска такая есть, интересно. Для тренировки баланса. На самом деле, то, что, то что редко люди делают, да. Все приходят в зал, качают все мышцы. Но есть такие мышцы интересные, которые отвечают за баланс тела. Они на самом деле все очень глубже. Их тоже нужно тренировать для общего развития. Жесть, как сложно. Какая-то есть по-любому математика.
плюс тренировки. Здесь может очень темно, конечно, но вам будет все равно видно. Здесь очень прикольная система. Тренировать предплечье – это жопа. Ну, грубо говоря. Это руки. Это руки, но нужно вцепиться за дощечки и вот так наверх подняться. Там нету как возможности прямо туда зацепиться. То есть ты, грубо говоря, вот пальцами держишься. Уже руки устали, просто жесть. Тупо невозможно. Ребят, вот и слабость наша. Есть еще такая прикольная тема тоже. Шарики для упражнения. Чтоб хват был, да. Ты не на турник, всех привычный хват. Здесь нужно обхватить шар. И здесь шары поменьше, есть шары побольше. Жестко. Кстати, вот посмотри, Bomber Hand James, как оно делается. Какая-то техника для рук. Вау. Наконец-то мы немножко разобрались, то есть как бы по сложности. Вот, тут есть по рейтингам и цвету. Вот, то есть тут есть цвета, получается, у нас синий, не знаю, зеленый, красный, розовый. И тут уже написано pink это black, там эти штучки, вот, например, где у нас pink, вот. То есть тут сложная какая-то уже задача. Что можно лезть только. Да, и получается, смотри, если мы пойдем 5,7, красная, 5,8, 5,12, 5,9. Beginner, это не то. А, вот, 5,12 это уже advanced, 5,12 это получается вот это, посмотри на эти камушки. То есть тут нет, не за что цепляться. А самое простое получается здесь у нас 5,7, красные. Вот, то есть они удобные. А, нет, подожди, сумочку, да? Ну. 5,7, но они, блин, я бы не сказал, что они удобные. Но есть голубое, мне кажется, они как-то... Вот и удобные, красные. Ну. Понял? Вот они красные, 5,7, ага. Вот они. Они реально, я взял тут прям четко, прям под руку так. Хорошо ложится. Ты сюда. Это вообще не тяжело. Хочешь попробовать залезть? Ну тут вдвоем нужно. Ну я вижу, да. Ребят, короче, мы здесь попытались полезть по цвету определенному, но это для нас, неопытных ребят, вообще как бы, можно сказать, ну пока непреодолимая задача, поэтому сейчас попробуем просто залезть, хотя бы, ну вообще, без разницы каким цветом, но попробовать залезть. Уже руки убиты, уставшие. Короче, ну блин, вообще супер интересная тема, очень. Вообще, я в кайфе. Я сейчас буду лезть на время, карабкаться, я не знаю, как правильно называется. Вот, поэтому, ребят, посмотрим и засекаем, сколько времени я это делаю. Если кто-то делает это быстрее, пишите вообще про ваш опыт. Это очень интересно, кто это пробовал, кому как это понравилось, и может кто-то профессионально вообще этим занимается. Я полез, попробуем на время. Все, значит, раз, два, три. Мне кажется, это первый правильный подъем, который я сделал. Фу, но я его сделал. Также здесь выдают эту обувь, а это специальная обувь. Она должна быть максимально плотно сидеть. Тоненькая здесь подошва идет, впереди прорезиненный носок. Очень удобно. Ну, специализированная обувь, как и в принципе все для этого спорта. Короче, как только мы сюда пришли, здесь парочка, один парень и девушка пытаются, ну, то есть у них тренировка. Они уже этим занимаются профессионально. Вот они без остановки. Он залазит, а она его страхует. Работа идет уже командная. На самом деле это очень интересно, потому что она следит за ним.
он должен все контролировать, каждое свое движение. Ну, короче, посмотрите чуть-чуть, это очень интересно. Записывает без предупреждения. Ребят, короче, Игорь просит меня не говорить ребята, подписота, я не знаю как. Ну, мне как-то надо обращаться к вам. Кому такой интересен контент, пишите в комментариях обязательно, что бы вы хотели, чтобы мы еще здесь посетили, потому что здесь в Америке очень много всякой интересной, ну, таких вот прикольных мест, развлечений, не знаю, как это даже назвать. Пишите в комментариях, мы обязательно попытаемся максимально все посетить, осветить и так далее. Вот, до горы, вверх, вот, подписываемся, до скорых встреч в следующем сюжете, в следующем, как его называют, в следующем выпуске. Томпсон, техника Томпсона. Ты меня должен вырубить, ты должен... Вал, твое впечатление после вчерашнего боя, Томпсон и... Как? Второго? Помнишь? Петис. 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 Как тебе? Бомба. На самом деле, видите, ребята, наверное, пришла эра не сгонки веса. То есть, ребята, которые не сгоняют вес, и те, которые сгоняют вес, какая-то появилась такая вот последовательность. То есть, ребята, которые не сгоняют вес, показывают лучше бои. Так что, я не знаю, наверное, всем стоит задуматься над этим. Вообще крутой бой получился. Масвидал Тило так же само, получается, рубанул. Ну, круто. Очень интересный, яркий бой. Да, я согласен. Овал, если честно, немножко все-таки, ну, испугался. Испугался. Вот. Но бомба вообще отлично. See you guys. Ну, я испугался не боя, а высоты вот этой. Я испугался не боя, а высоты. Вал боится высоты, а чувак реально что-то начал кричать, непонятно что. Вал подумал, что он запутался, сейчас сорвется, он же не знал, что оно держится. Не знал. Он ничего не объяснил. Все, поехали домой, короче.